Приветствую вас на канале «Вселенная читает». Сегодня у нас день детской книги. Обычно это сказка или фэнтези, но сегодня мы решили поговорить о замечательной книге Дмитрия Емца «Бунт пупсиков». Дмитрий Емец стал известен после серии книг о Тане Гротер, этакого ответа иноземной Джоан Роулинг и ее Гарри Поттеру. Книга рассказывает о большой семье, очень большой семье Гавриловых. Двое детей – это уже много, а трое – это еще мало. Книга читается с юмором, легко, сказывается образование автора. Читайте хорошие книги, читайте сами, читайте своим детям. Подписывайтесь на канал «Вселенная читает», а еще пишет и рассказывает.